За полгода в рамках программы «Школа утилизации электроника» в Московской области отправлено на переработку 550 тонн старой техники. Участие в проекте принимали 38 муниципалитетов. Одинцовский округ вошел в число лидеров по количеству сданного на утилизацию вторсырья, собрав для переработки 31 тонну бывшей в употреблении электроники. Программа действует в регионе уже пятый год.